Завтра в Государственной Думе состоится отчет правительства Российской Федерации, в преддверии которого депутаты фракции КПРФ обозначили основные, наиболее остро значимые для населения вопросы. Безусловно, вопрос роста тарифов ЖКХ в их числе. По всей стране прошли акции протеста против роста тарифов ЖКХ, организованной Коммунистической партией Российской Федерации. Несмотря на запреты властей в регионах, достаточно массовые митинги прошли в таких городах, как Новосибирск, Пермь, Екатеринбург, Петрозаводск, Тюмень. Также массовые акции протеста прошли и в Алтайском крае, регионе, который я представляю как депутат Государственной Думы. Несколько сот человек вышли на улицы города Рубцовска, Камня-на-Оби, Барнаула и города Бийска. Причем последняя акция протеста, крайняя, которая прошла буквально на этих выходных в городе Бийске, при численности жителей около 200 тысяч человек, на улицу вышла около 1000 бийчан. Столь высокая протестная активность связана прежде всего в нашем регионе с одним из самых низких уровней жизни и уровнем доходов. Только в Алтайском крае нами было собрано более 4000 подписей жителей Алтайского края, которые были переданы в правительство Российской Федерации, мной как депутатом Государственной Думы, и также были направлены резолюции митингов в контролирующие органы, в прокуратуру. И могу сказать, что это уже дало свои первые результаты. Так, по ответу прокуратуры на резолюцию митинга в городе Барнауле была проведена проверка, в результате которой были установлены, вскрыты факты нарушений ресурсоснабжающими организациями. И в целях корректировки тарифов в нашем регионе ее результаты будут направлены в управление по тарифам. Кроме того, вопросы стоимости дров. Могу сказать, что в отдельных муниципалитетах в нашем регионе стоимость одной машины дров достигает 15,5 тысяч рублей, а для Сибири в отопительный сезон одной машины явно не обойдешься. И все это увеличение, в том числе и тарифов, вместо заявленных 15% до 30-40%, фактически сделало невозможным выживание жителей нашего региона и жителей ряда регионов, наиболее бедных в нашей стране. Но если говорить в целом о ситуации с тарифами, необходимо отметить, что проблема заключается в том числе и в отсутствии в федеральном законодательстве и региональном законодательстве фактически методики определения цены на твердое топливо. Поэтому депутатами нашей фракции в ближайшее время будут внесены поправки в данные законопроекты. Не менее важной проблемой является и цена, сложившаяся сегодня в вопросах продовольственной безопасности, а именно цены на зерно. В связи с высокой урожайностью и сокращением рынков сбыта зерна для наших аграриев, учитывая внешнеполитическую ситуацию, сегодня цена на зерно делает очень сложную ситуацию для аграриев, и поэтому без вмешательства государства решить этот вопрос невозможно. А именно, та интервенция, которая сегодня озвучивается в размере 3-5 миллионов, она недостаточна. Сегодня необходима интервенция в объемах 10-15 миллионов тонн зерна для того, чтобы выровнять эту ситуацию. Это и другие предложения озвучил председатель партии КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов в ходе встречи с председателем правительства Мишустиным. Совершенно верно. Наша фракция КПРФ, она регулярно борется не только за жителей села, но и за тех, кто трудится. А наши российские аграрии – это предмет достойной гордости. Несмотря на все санкции, сельхозпроизводство, они у нас только лишь растет. А прошлогодний урожай вообще рекордный. Однако существует проблема, которая может просто-напросто обнулить все их трудовые подвиги. А именно это избыток, про который говорила Мария Николаевна, избыток зерна. Мы уже собрали 150 миллионов тонн. И вы помните, что осень была, конец ее дождливой, поэтому часть культуры технических, типа кукурузы и подсолнечника, она осталась стоять в полях. Поэтому урожай еще будет собран дополнительно. На своей территории России мы потребляем ежегодно 80 миллионов тонн. Остается избыток. Для интервенции правительство сообщает нам, что у них нет мест на складах. Остается тогда еще один путь разумный – это продать зерно своим дружественным странам, с кем мы дружим. Но есть какая проблема. Во-первых, цена на российское зерно уже регулярно падает. Только за последний месяц она упала на 10%. Растут, кроме этого, еще экспортные пошлины. Только за месяц они поднялись с 4
1500 до 5500 рублей за тонну. И поэтому продавать за рубеж стало крайне невыгодно. Переживают еще и те, кто производит семечку. Год назад она стоила 35 рублей за килограмм, сейчас стоит 19. А тариф на вывоз за рубеж составляет 50% от стоимости. Поэтому разрываются у нас в стране многолетние контракты, а на пункты приема стоят многодневные очереди. И поэтому мы с коллегами подготовили обращение в правительство на имя Мишустина о том, что необходимо временно заморозить экспортные пошлины, чтобы наши производители могли спокойно вывести зерно, продать и вернуться к нормальным ценам, чтобы у нас было рентабельное сельское хозяйство. Если говорить об актуальной повестке работы Государственной Думы сегодня, будет рассмотрен и, надеюсь, принят под номером 12 законопроект о северном завозе. Это долгожданный законопроект, который ждут 25 регионов Российской Федерации. К большому сожалению, буквально 30 лет уже не говорят в средствах массовой информации о северном завозе. Если вспомнить Советский Союз, то эта тема была актуальной, начиная с июля месяца. Наконец-то в законодательстве будет определено понятие, что такое северный завоз. Северный завоз – это прежде всего безопасность граждан, продовольственно проживающих в этих территориях. Эта стоимость, на мой взгляд, будет существенно ниже. Здесь в законе определен оператор, который будет отвечать за северный завоз. Но самое главное, Министерство транспорта будет полностью ответственно за реализацию этого закона и положения о северном завозе. Наконец-то многие жители Российской Федерации, это Крайний Север, Дальний Восток, дождутся законопроекта, который в скором времени, я думаю, безусловно, с учетом некоторых замечаний и предложений, в том числе со стороны фракции КПРФ, будет принят Государственной Думой и подписан президентом Российской Федерации. Завтра состоится отчет правительства Российской Федерации, и мы, представители фракции КПРФ, всегда проводим встречи с нашими избирателями. И я, как депутат, представляющий Дальний Восток, скажу, в четырех регионах Дальнего Востока ко мне всегда обращаются жители, проживающие в домовладениях, расположенных в СНТ. В послании президента Российской Федерации в 2021 году он дал поручение правительству обеспечить бесплатным газом все домовладения, значит, негазифицированные. Было подписано председателем правительства постановление правительства. К сожалению, этот газ довели до территории СНТ. И большому сожалению, чтобы этот газ дошел до домовладений, люди тратят просто огромные деньги, 1-1,5-2 миллиона рублей. И я считаю, что вот эту неточность нужно исправить правительству Российской Федерации. И, на мой взгляд, ведь 50 миллионов, 10 миллионов домов, 50 миллионов жителей проживают в СНТ. Это было бы актуальной поддержкой и необходимой поддержкой нынешней непростой ситуации. Хотел бы, чтобы правительство в своей работе обозначило вот эту проблему и решило долгожданную проблему для живущих в СНТ. Потому что комплексное развитие всех территорий Российской Федерации, в том числе и Дальнего Востока, очень важно в работе правительства, Государственной Думы, ну и всей нашей страны.